Молодые профессионалы. Так называется региональный этап всероссийского конкурса среди учащихся, получающих рабочие профессии. В программе 8-го открытого чемпионата WorldSkills более 10 компетенций. Среди них ремонт и обслуживание легковых автомобилей, ландшафтный дизайн, флористика и другие. В этом году в Челковском колледже в Долгом Ледове, а также в его структурных подразделениях состязания стартовали в начале этого месяца и будут продолжаться до 21 ноября. Проходит первый этап чемпионата, второй у нас запланирован где-то в феврале. Вот. Чем он отличается? Ну, во-первых, тем, что у нас очень много участников, как от колледжа теперь, принимающих участие на других площадках учебных заведений. Вот. Плюс ко всему очень много юниоров, принимающих участие в этом чемпионате. Уже третий год в Щелкове состязаются будущие энергетики. Чемпионат проходит на Первом Советском переулке в 4-м структурном подразделении колледжа по компетенции эксплуатация кабельных линий электропередачи. Это высоковольтный кабель. Кабель напряжение на 10 тысяч вольт с изоляцией. Вот. И по нему можно провести достаточно большую мощность. Вот. Они делают вот такую муфту концевую для подключения к воздушной линии. Вот. Она, причем грамотно, все хорошо, делают достаточно профессионально. Среди тех, кто сейчас оценивают результаты соревнования, и бывшие участники WorldSkills. Иван Тюхлов работает электромонтером 3-го разряда в Мособлэнерго, а в прошлом году, когда еще учился в колледже в компетенции эксплуатации кабельных линий электропередачи, ему удалось стать чемпионом. Он с благодарностью говорит о том, что его отлично подготовили преподаватели колледжа, а еще помогла преемственность. А также прошлый чемпион WorldSkills, который до меня был, Дмитренко Анатолий, он нас тоже подготавливал и тоже сыграл очень большую роль в том, что я стал чемпионом. Что интересно, участники состязаний уже осознали привлекательность той профессии, которой учатся в колледже. Она, во-первых, востребована, то есть банально, если дома что-то нужно будет сделать, я сам могу это сделать, ну и плюс высокооплачиваемая она. Если в электромонтеры идут исключительно парни, то на чемпионате есть компетенции, в которых соревнуются уже одни девушки. Это флористика. Флористика позволяет нам свою душу раскрыть, вот, показать то, что мы хотим показать всем другим людям, чтобы они увидели именно и нас, и наше внутреннее состояние. Компетенция творческая, фантазию уж она точно развивает. Плюс у нас разных салонов цветов по городам очень много. Работу они потом точно себе найдут. Если учитывать то, что они получают какое-то дополнительное образование и имеют небольшой опыт, то здесь они опыт этот приобретают очень даже приличный. И, соответственно, после таких чемпионатов они могут идти работать. Щелковский колледж за более чем десятилетнюю историю своего участия в WorldSkills подготовил целую армию высококвалифицированных специалистов. Из стен учебного заведения вышли более 20 чемпионов, получивших высокие оценки на региональном конкурсе. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.